Профессиональные праздники встретили в районах области, отчествовали госслужащих и полицейских. Так, в Сырымском и Жангалинском районах прошли торжественные собрания. В Шенгурлауском присягу приняли молодые госслужащие, которые только приступили к своим обязанностям. А в Женебекском районе этот день прошел по-спортивному. Там провели турнир по мини-футболу. Все подробности в следующем материале. Госслужащие и полицейские в центре внимания. В районном доме культуры прошло посвященное профессиональным праздникам собрание. Присутствующих поздравил аким района Тулиген Турегалиев. Он отметил тех, кто вносит весомый вклад своей профессиональной работой в жизнь региона. Особо отличившиеся даже были награждены благодарственными письмами от главы области Галии Скалиевой и ряда других ведомств. А в Шенгурлауском районе этот праздник стал особенно важным днем в карьере. Молодые госслужащие, которые только приступили к своим обязанностям, приняли присягу. Один из них, Ренат Асанов, отныне будет работать в районном отделе ЖКХ. Он намерен выполнять свою работу так, чтобы помогать своим землякам. Я принял присягу и вступил в ряды госслужащих. Поздравляю всех своих коллег с этим праздником. Желаю благополучия, карьерного роста и успехов в работе. Лучших полицейских и госслужащих наградили в Жангалинском районе. Аким Наурызбай Карагойшин отметил всех собравшихся. Особой благодарности удостоились те, кто становился призером и победителем районных соревнований. Им вручили благодарственные письма и памятные подарки. В здоровом теле здоровый дух. Именно такой формулы придерживались в Женебекском районе и встретили профессиональный праздник по-спортивному. Там провели районные соревнования. Среди участников 6 команд. Три команды были собраны из представителей сельских округов. Одна команда из сотрудников аппарата акима района. Еще одна из представителей отделов акимата. В последней команде – полицейские. К слову, на всех мероприятиях было отмечено, что выражать благодарность и быть признательными по отношению к госслужащим и полицейским нужно не только в день профессионального праздника. Эти специалисты работают не только на благо каждого жителя своего района, региона, но и всей страны. Алексей Кочемасов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.